Доброе утро. Сегодня 29 августа. Да. Семочка захотел супчик из курочки. Сейчас отварю ему, бульончик дам. Ну и, может быть, вермишельку положу. Итак, вчера температура в обед поднялась у нас до 39 градусов. Я уже было начала думать давать ему таблетку от температуры, потому что я при 38,5 не даю от температуры. Жду где-то примерно, чтобы было 39-39,5. Но температура начала снижаться сама по себе и снизилась до 36,6. Но почему-то начались головные боли. Это, скорее всего, интоксикация, да, организма. Я его отпаивала водичкой, отпаивала соком, отпаивала разными минералами, отпаивала молочком. И вот в ночь я мерила раза два температуру или три. Температура не поднялась, слабость есть. Мы сильно похудели, щечки наши куда-то ушли, но это ничего страшного. Теперь сынуля выпил стакан молока и говорит: мам, дай мне вермишелевого супа какого-нибудь. Но он требовал капрамен. Это, знаете, это такая самая дешевая херня. Но мы самую дешевую фигню ему, конечно, никто не даст. Мы начали отваривать курочку, положим туда хороших макарончиков и накормим нашего уже совсем выздоравливающего сыночка. Я взяла, конечно, выходной на работе. И сегодня мы должны пойти в больницу, да, на плановую вот эту проверку, что как там с ним и когда можно выходить в школу. И сами уже ушел в школу. Сегодня с 29 августа дети идут в школу у нас на районе. Во всех районах по-разному. Так что мы опять с ним вдвоем. Одни. Уже утром нацеловались с ним. Ручки нагладились. Все, пойду я варить. Ой, что-то у меня там выкипает. Сейчас в больнице, естественно, раздаются детские плач, потому что это дети, а дети боятся докторов, да. Сейчас посмотрим, что нам доктор скажет. Да что он нам может сказать, собственно, температуру? Вот сейчас померили 36,3. Сам дошел до больницы, идти 10 минут. Я мама такая, не дышу особо над детьми. Получше и давай пехом иди. Суп сегодня съел, и курицу съел, и макароны съел. Ну что, нам сказали, что все нормально, вирус у вас был. Оказывается, в той больнице... Подожди, в той больнице, где они первый раз были, ему сделали тест на корону, корона не подтвердилась. Почему-то в этой панике мне... Этот человек не сказал об этом. Когда пришли сюда, он мне говорит: корону делали тест? Я фиг его знает, начала звонить. Сёма подтвердил, что ему там из носика брали палочкой. Ну, сказали, как есть начнет нормально, так и пускай в школу идет. Быстро он у нас, оказывается, справился. Ну, рано радоваться, но все равно 36,6, нормально. Два дня температуры, и вот он в строю, считай, почти. Вышли мы из больницы, и сразу тут неподалеку и аптека. Потому что все лекарства выписываются только через больницу, и получаются только в аптеке по рецепту. Даже от головы. От боли в голове, сейчас у него остаточная, видно, интоксикация, тоже в аптеке.
Так что все вот эти лекарства, ножпы, хреножпы, все только через врача. Просто мама, так? Папа, но все они цитрион дитин, сам нам дахи. Нет, папа. И прям сразу тут у нас аптека. Ой, и сами звонит, сейчас отвечу, он со школы, наверное, пришел. Так что мы сыновей не укладываем. Еще сутки полежи, не шевелись. Можешь? Давай. Иди. Хватит по веткам. Пошли домой, и сами ждет. Да. Он со школы пришел. Хорошо, когда здоров-то? А? Хорошо? Че ж, нята? Отлично, когда здоров-то. Ну, почти здоров. Ну, я думаю, что здоров. Я думаю, что все у нас будет хорошо. И вокруг нас будут окружать только хорошие люди. О, коничива, хисашибурине. Генки.元気です。どうして捕まるの？これ取ってる？うん、そうそうそう。それでこうやろうと思ったんだけど。ああ、大丈夫？元気？元気。なんかずっといないよ。見ないよ。嘘だよ。何もそう。います。います？うん。大丈夫。はい。